Итак, мы снова на площади Цааль. И сейчас пойдем прямо вдоль стены старого города до Явских ворот. Войдем через них в старый город и дойдем до Сионских ворот и горы Сион. Спускаемся по ступенькам и идем прямо. Ну вот мы и дошли до Явских ворот. Ворота называются Явскими, так как от них начинается дорога к городу Яффа. Через эти ворота все паломники и туристы попадают в христианский квартал старого города.
Зайдем в ворота и посмотрим их внутри. Выходим из ворот и идем прямо. Теперь поворачиваем направо. С правой стороны проходим цитадель, башня Давида, дворец Ирода, музей истории Иерусалима.
идем прямо по армянскому кварталу. Это юго-западная часть старого города. Духовный центр армянского квартала – это Патриархия и Собор Святых Иаковов. Рядом находится семинария, собрание книжных раритетов и древностей. Thank you.
Ну вот мы подходим к Сионским воротам. Эти ворота соединяют армянский квартал с горой Сион. Перед нами Сионские ворота. Проходим через ворота и выходим на гору Сион. На Сионе произошли такие события новозаветной истории, как Тайная вечеря и сошествие Святаго Духа на апостолов. Чтобы попасть в Сионскую горницу и ко гробу царя Давида, выйдя из ворот, пойдем прямо. А затем повернем направо. Дойдем до католического аббатства Успения Дормитион. Чтобы попасть в Сионскую горницу, повернем налево.
Вот он, вход в Сионскую горницу. По этим лесенкам мы поднимемся на крышу, с которой открываются красивые виды на гору Елеон. Перед нами гора Елеон и колокольня «Русская свеча».
А это вход в синагогу, где находится кенотаф, надгробный памятник над условной могилой царя Давида. Аббатство Успения Девы Марии, Дормицион. Сионский католический собор Успения был возведен на месте, где находился дом ученика Христова Иоанна. В доме апостола Иоанна свои последние дни прожила Пресвятая Богородица. Если повернуть налево, метров через 30 будет вход в собор Успения. А вот и парковка, на которую приезжают все туристические и паломнические автобусы.